вчера меня заспамили какие-то дети, типа, мол, скандал, Симпл зарезал Така, Така ответил, Симпл ответил, просто топ-новость, понимаете, топ-новость, как какие-то идиоты что там написали, ну это, меня просто злость берет иногда. Я как бы, ну, по какой-то момент, как бы, мне пишет человек, мне хочется его послать, да? А потом я вижу, так, ребенок написал мне вот эту новость. Ну, я беру себя в руки и отвечаю ему. Ну, более-менее культурно. Но, честно, хочется послать. Потому что, да кого это вообще-то говно вообще касается? Кому это интересно? Ну, хочется с какие-то, да, вот чтобы не обижать, да, там, ни Симпла, ни Така, но, честно, какие-то дебилы, что-то там... порезались, написались друг другу, что-то там, да играй ты себе спокойно, ты киберспортсмен или кто, достигай результатов, становись чемпионом. Это вот интриги, скандалы, расследования. Покупал CNC RAW в январе 2015. В декабре 2015 уже купил новую, за такой короткий срок колесико криво стало работать LKMW. Такое типа... Да кому ты вообще в жопу нужен, да, вот это вот, со своими скандалами какими-то. Ну, такая аудитория у нас, что интересно. Типа, один игрок послал другого, будет ли скандал? Будут ли они на лане друг другу бить лица? Да какие лица? Они на лане увидят друг друга, обоссутся. Там причем, я смотрел запись, что-то Симпл режет чувака, чувак пишет «Are you mad?», типа, ну, это написано как бы с уклоном, не обидно, то есть не пытался там «Are you mad?», типа, это как в Америке, знаете, когда здороваются там «What's up?», говорят, то есть вместо «Привет» говорят «What's up?», типа, «Как дела?», и ты не должен отвечать на это там, как знаете, в школе учат, типа «How do you do?», «I'm fine, thank you and you», то есть там это «How do you do?» это как приветствие, типа, ты не должен, ты можешь ответить «How do you do?», и типа «Are you mad?», типа, и все, это не надо, ну, на это реагировать, отвечать, ну, а Симпл как, типа, в школе научили. Надо ж ответить. No, I'm not mad, and you are mad. И потом пошла какая-то хрень. Типа, зарезал в игре. Боже. Я сейчас кричать начну.